На ремонте вот такой пылесос Bosch Cleaning Allergy по модели, значит, сложно сказать, кто из них модель. 9805 или вот BGS. А 220. Значит, работает, но хозяин говорит, что во время ремонта или переезда включался без фильтра, и из-за этого сейчас, когда включаешь, начинает вонять через секунд 20 после включения. Поэтому сейчас разберем, посмотрим, что с электродвигателем. Возможно, хотя тут вот такой фильтрик есть, вряд ли туда мог попасть крупный мусор. Но, наверное, все-таки дело не без фильтра, а может быть, вода попала. Будем смотреть, почему воняет при включении. Разбираем, добираемся до самого электродвигателя. И так оказалось, что разбирается он без заморочек, легко, просто вот откручиваем 6 винтов по периметру, и верхняя часть отделяется, и все. То есть все просто, доступ к электродвигателю есть, и что можно сказать, не видно, чтобы была проблема с самим, ну, с засорением, во всяком случае, никакой проблемы нет. Поэтому, ну, с этим все понятно. Сейчас нужно вытащить еще и вот эту верхнюю крышку, ну, верхний колпак, чтобы добраться до электродвигателя. Сейчас посмотрим, как он снимается. Значит, как быть дальше и как разбирать? Нужно отсоединить вот эти два разъема, потом не перепутаете, красный к красному, белый к белому. И нужно отцепить две фишки. Значит, смотрите, два фиксатора. Вот один фиксатор, его просто сдвигаете, и он уходит. Вот здесь. И вот тут еще один, вот здесь снизу, тоже фиксатор, который держит. Ну, его отодвинуть не получилось, а просто вот здесь поддеваете. Вот здесь тянем, и он сам, клац, выскакивает. Вот здесь. Клац и выскакивает. Ну и все. Собственно, этого достаточно для того, чтобы теперь потянуть вместе с катушкой. И вместе с катушкой оно все вынимается. Единственное, что здесь остается кабель остается. Так, переворачиваем. И есть доступ к электродвигателю. Так. Здесь есть три винта, откручиваем, и появляется доступ к электродвигателю. Посмотрим, есть вероятность, что в сам электродвигатель попал мусор, и просто он, ну, или затирает, или от нагрева, ну, или электродвигатель вышел из строя. Тут несколько вариантов. Можно ли помпу эту, насос этот поменять, будем смотреть. Значит, тут, конечно, мусора много. Так. Мусор действительно попал. Попал капитально.
Значит, в этих насосах, не так как в насосах моющих, здесь сюда заходит воздух, проходит через электродвигатель, то есть весь мусор там в электродвигателе. И, возможно, под щетки попал мусор. Поэтому сейчас мы отстегиваем разъемы и хорошо продуваем. Посмотрим, можно ли со щеток, под щетками мусор убрать, потому что, возможно, под щетку попал пыль и теперь тянет там дугу, искрит. Сейчас будем смотреть, что можно сделать. Но сначала просто продуваем, чистим. Ну, а так в принципе с самими подшипниками вроде бы все в порядке. Поэтому, ну, мусор есть, конечно. Вот тут мусор. Был мусор на самом вот здесь. Соответственно, продуваемость, видите, фильтр забит, вот этот. Продуваемость маленькая. Он перегревается из-за того, что поток воздуха слабый, но забит. Вот это надо все вычистить. Но из-за этого может подванивать, из-за слабого продувания, собственно, из-за перегрева. Ну, сейчас будем смотреть, подгорел, успел ли подгореть. Это будем сейчас смотреть. Сейчас включу и покажу, как это выглядит реально, что значит искрит ротор. Ну, а это под замену ротор. Итак, найти такой электродвигатель в природе не удалось. В наличии нет, под заказ несколько месяцев. Ну и ремонт обойдется по стоимости нового пылесоса, поэтому берегите такие электродвигатели, редкие, ну, тем более фирма Bosch, и еще и маломощный, 700 ватт, но найти в природе не существует. Начиная от 1600 ватт, полно разных, универсальные, какие хочешь, а вот маломощные, поэтому обращайте на это внимание, когда покупаете пылесосы. Лучше купить мощный, на него всегда можно найти какой-нибудь вариант замены. Размер маленький, электродвигателя, мощность маленькая, найти просто невозможно. Ну, собственно, хозяин принял решение, что менять ничего не будем. Вот. Но если вы найдете электродвигатель, поменяли, и будет вам счастье. У нас в Украине найти не удалось.